Доброта и милосердие были и остаются самыми важными ценностями. Уважительное отношение к людям всех национальностей и социальных групп – это залог мира в обществе и в конечном счете процветания. Накануне Международного дня толерантности, или как его еще называют, Дня терпимости, с целью укрепления приверженности идеям сотрудничества и уважения, в городской библиотеке прошел урок толерантного общения. «Дороги мира и согласия» – так назывался урок, на который в читальный зал библиотеки были приглашены учащиеся и молодые читатели. Они внимательно прослушали притчу о любви, которая идет по жизни только вместе с добротой, узнали, что означает слово «толерантность» на разных языках мира, высказали свое мнение о важности данного понятия в нашей жизни. Известный французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери сказал: «Если я на тебя чем-то не похож, я этим вовсе не оскорбляю тебя, а напротив, одаряю». Справедливости его слов вряд ли можно усомниться. Мы, старшее поколение, должны объяснить детям и донести до них, что мы должны быть толерантны, мы должны быть терпимы, научить жить их в согласии в мире с другими национальностями. Так как наша страна многонациональна, имеет много культур, народностей, поэтому мы должны жить с ними в мире и согласии, понимать. Наша Кубань, южный край двух морей, многонациональна. Впрочем, как и вся Россия, и в этом наше богатство, сила и возможности для развития. Нужно только бережно и уважительно относиться друг к другу. Эти мысли были озвучены на прошедшем уроке и нашли понимание у молодых людей. Эти ценности очень важны, поскольку, во-первых, они помогают раскрывать характер человека, его лучшие стороны. Во-вторых, если человек может сам попасть в беду, и он будет относиться ко всем с терпением, с любовью, прощать всех, то ему тоже могут прийти на выручку. В конце мероприятия его участники оформили символ Дня толерантности, прикрепив вырезанные из бумаги разноцветные ладошки вокруг изображения земного шара, а под ним было написано: «Все мы разные, все мы равные». И эти слова запали ребятам в душу. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События».